перед запуском еще один штрих. Как помните, мы права с вами устанавливали с помощью действия. А сейчас это в нашем статусе начальный. Установка прав. Мы давали операцию чтения для текущего пользователя и для его руководителя, чтобы он вообще потом видел заявку в списках. Да, в данном случае будет работать, но только для этого статуса. То есть в каждом статусе права будут снова переопределяться. И в этом виде бизнес-процессов в ВП со статусами можно оставить права в настройках. Давайте я покажу. Скопирую здесь эти значения, чтобы их потом вставить. У нас в настройках есть примерно схожая форма, и мы также здесь добавим на чтение. И сделаем это во всех статусах. Бизнес-процессы со статусами получаются немножко более гибкие в плане возможности по настройкам доступа. Если вам нужно ограничивать доступ к заявкам, каким-то элементам в процессе прохождения по бизнес-процессу, да, показывать, скрывать, давать на изменения, вот это можно делать здесь очень удобно прямо в настройках самого статуса, да, без использования действий.